на РБК. Время с самой актуальной информацией. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза» Уфа в студии Маргарита Гафарова. Добрый день. В Башкортостане от коронавируса планирует вакцинировать 2 миллиона человек. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров на оперативном совещании правительства Башкортостана. На сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привили 111 тысяч жителей региона, вторым – 65 тысяч. Всего в республику поступило свыше 122 тысяч доз препарата. Министр здравоохранения Максим Забелин в ходе совещания сообщил, что в Уфе заработал еще один мобильный пункт вакцинации на базе театра, оперы и балета. Продолжается интенсивная работа по выявлению новой коронавирусной инфекции. Работают все 27 лабораторий. Выполнено на настоящий момент 2 миллиона 623 881 исследования. Обеспечивается необходимый уровень тестирования, рекомендованный Роспотребнадзором. Также продолжается работа и по выявлению новой коронавирусной инфекции методом иммуноферментного анализа. Выполнено за последнюю неделю более 10 тысяч исследований. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 125 жителей республики. Всего с начала пандемии зарегистрировано более 30,5 тысяч зараженных. 82% из них вылечились. Сейчас на лечении в стационарах находится 267 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Ради Хабиров также выразил обеспокоенность ситуацией распространения коронавирусной инфекции вокруг России и в ряде стран Евросоюза и поручил тестировать на COVID в аэропорту прибывающих на территорию Башкортостана. Проверки будут выборочными. Доходы бюджета Башкортостана за последние два месяца снизились до 16 миллиардов рублей. Это на 17% или 3 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Снижение доходов в первую очередь связано с сокращением поступлений по акцизам на 654 миллиона рублей или 20%, налога на прибыль организации на 722 миллиона или 26%, а также на доходы физлиц на 280 миллионов или 3%. При этом только по Уфе на сегодняшний день насчитывается 82 крупные организации, чья задолженность составляет от 1 до 10 миллионов рублей. Еще около 1000 с долгами меньше миллиона рублей. Объем задолженности увеличился на 1 миллиард или на 7,9%. По налоговым платежам задолженность составила 8,9 миллиарда. Это 5,6% в общей сумме задолженности. С ростом на 0,5 миллиарда или на 6,5% по неналоговым платежам 4,6 миллиарда. С ростом на 0,5 миллиарда или на 10,7%. Напомню, к началу 2021 года общая задолженность по налоговым и неналоговым доходам в бюджет республики составила 13,5 миллиардов рублей. Из них в местные бюджеты почти 6 миллиардов рублей. 44 миллиона рублей получит Башкортостан на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья до 2022 года. Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Из бюджета региона на условиях софинансирования направят почти 10 миллионов рублей. Эти средства позволят переселить 108 жителей Уфы из 30 ветхих квартир площадью более 950 квадратных метров. Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил республике более 520 миллионов рублей на расселение граждан из жилого фонда, признанного аварийным до января 2017 года. Софинансирование региона тогда составило более 88 миллионов рублей. Но я отмечу, что до конца 2024 года власти республики планируют расселить 201 дом общей площадью более 60 тысяч квадратов. Это позволит решить жилищный вопрос 4300 жителей Башкортостана. В целом же в марте текущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил регионам России на решение проблемы с непригодным для жизни жилья почти 85 миллиардов рублей. В Башкортостане в 4 раза выросло количество обращений по земельным вопросам через портал госуслуг. С 1 февраля текущего года в региональный Минземимущество поступило около 6 тысяч заявлений. Из них 37% в электронной форме, подчеркнул глава Башкортостана Ради Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве. Для сравнения, за весь 2020 год в целом в профильное ведомство поступило 137 тысяч запросов. Из них только 9% было в электронной форме. Напомню, данный алгоритм получения разрешения на земельный участок введен в рамках закона о распределении земель, который приняли в прошлом году. По мнению экспертов, это позволит снизить риск коррупции, так как все процедуры получения земельных участков теперь имеют прозрачный характер.
77% обращаются граждане. То есть индивидуальные физические лица, 77% обращаются граждане. Это очень важный антикоррупционный момент. Все должно быть в цифре. И тогда нету никаких там вольных усмотрений чиновникам. И каждый гражданин понимает, где находится его документ, и принимается решение все. Таким образом, с 1 февраля в электронный формат переведены уже 17 услуг в сфере земельных отношений. До 1 апреля к ним добавятся еще 9, а также все услуги по имущественным отношениям. Власти республики планируют в ближайшие 2 года закупить у Кумертауского авиационного производственного предприятия 2 новых вертолета. Об этом заявил глава региона Ради Хабиров в ходе рабочего визита в Кумертау. В этом году для нужд республики приобретут модернизированный пожарно-спасательный вертолет К-32. В обновленной модели предусмотрено современное бортовое электрооборудование и более мощные двигатели. Для него разработали новый бак для воды емкостью 4 тонны с цифровым управлением и современный комплекс пожаротушения, который позволит эффективно бороться с возгораниями в труднодоступной местности. В ближайший год в планах закупить еще один такой борт. Отмечу, что кумертауские вертолеты используются в различных службах России, Южной Кореи, Турции, Китая, а также Европы. В прошлом году предприятие выпустило на 43% больше продукции, чем в 2019. А до конца этого года на авиазаводе планируют произвести 7 новых машин и переоборудовать еще 15 вертолетов по заказам различных ведомств. Предприятие уже начало работу по формированию портфеля контрактов на 2022 год и более длительную перспективу. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБК Уфа.